Летний сезон отдыха для всех школьников Южно-Казахстанской области официально считается открытым. В лагере «Арман» в ущелье Машат первый сезон отдыха начался для 300 детей из малоимущих семей. Все эти ребята получили возможность бесплатного отдыха, а также провести первые дни летних каникул в тесном кругу ровесников. Звонкий смех детей, веселые игры и море эмоций – все это теперь можно услышать в разных уголках лагеря «Арман». 9 месяцев зона отдыха ждала своих постояльцев на летний отдых. На 10 дней рассчитана такая большая программа, обширная. Здесь и открытие спартакиады, спортивные соревнования, военно-патриотические игры, игры на воде, соревнования на воде, день бизнеса, теперь прекрасные традиционные конкурсы красоты, конкурсы рисунков, конкурсы стенных газет. Здесь у нас работают кружки. Кроме активного отдыха, администрация лагеря позаботилась обо всем. Учтены нормы пожарной безопасности. Постоянно дежурит медицинский работник. Большое внимание уделили питанию. В лагере оно 5-разовое. Соблюдается строгий санитарный контроль каждого блюда. Я надеюсь, что в Армане дети и скучать не будут, и голодать тем более не будут. Потому что у нас всегда говорят, если начальник лагеря любит вкусно поесть, значит дети тоже будут все очень вкусно питаться. Чтобы открытие летнего отдыха детям особенно запомнилось, сотрудниками лагеря был организован праздничный концерт. Особенно ребят обрадовало выступление хореографического ансамбля «Айгулек», а также певца и композитора Марата Омарова. Мария Крамаренко, Абит Турсуметов, Нарньюз.